Продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же – политическое, экономическое и особенно информационное давление. Ну, добавили какие-то там санкционные списки. Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но это недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами. Особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии, ну и отчасти Украины. Надо доводить до населения сопредельных государств пагубность их политики. Надо показывать литовцам, латышам, полякам и украинцам, да и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они просто могут привести к тому, что происходит на Кавказе. Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Беларусью. Надо им показывать, что они могут потерять. А то, что там поляки хайпуют на Беларуси сегодня, подождите неделю, вы увидите, что будет в Польше. Почему они лезут к нам, литовцы, поляки и украинцы? Потому что у них катастрофическая ситуация. Надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко. С ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, выборы несправедливые, 80% видите ли, а 50,5% в Польше победил поляк этот Дуда. Сейчас уже все заявляют о том, что фальсификация полнейшая. Вот там надо разобраться.